целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также профилактики нарушений правил дорожного движения на территории Жамбылской области проводится локальная отработка по выявлению нетрезвых водителей. С начала года полицейские зарегистрировали 79 фактов управления автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения. Из общего числа нарушителей этой категории двое водителей совершили дорожно-транспортное происшествие. 10 человек сели за руль пьяными повторно. Так, при патрулировании территории в городе Каратау за нарушение правил дорожного движения была остановлена машина марки Audi 100 под управлением 33-летнего местного жителя. В ходе проверки сотрудниками батальона патрульной полиции было установлено, что водитель ранее лишен судом права управления транспортным средством, но, несмотря на это, управлял автомашиной и был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 346 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. За совершение указанного преступления предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.